Я временно сейчас нахожусь в Магадане, я не скажу. Яйца. А еще? Ну, все овощи. Овощи и фрукты. Выросла на все. Начнем с этого. Ну, а так вам и не скажу вот конкретно. Идешь же не от нож, берешь пачку. Да, то есть подорожало все, да? Да. Вот. Так что живем как можем. Не знаю, у меня дети покупают, и я ничего не покупаю. А как считаете, что из продуктов в последнее время подорожало больше всего? Кошачий корм. Рост цен на продукты на сегодняшний день? Нет, мне кажется, я не заметила. Я покупаю на урожае, на центральном рынке. Как были цены, так и остались. А если с прошлым годом сравнивать? А если с прошлым, конечно, да. На мясную продукцию очень сильно подорожало все. Все. А конкретнее? Не знаю. Все, мне кажется, дорожало. Заметила, конечно. А что подорожало больше всего, на ваш взгляд? Мясо подорожало сильно. Ну и все остальное тоже подорожало. Фрукты, овощи, все. Очень сильно заметила. Что подорожало больше? Все. Больше всего подорожало мясо, картошка. Самые необходимые. Мы пенсионеры, поэтому мы это ощущаем конкретно. Мы же не покупаем мясо, которое на стейке идет. Самое дешевое стараемся брать. И тем не менее все равно. Конечно, заметили. Нет, честно. Я как-то не особо за продуктами хожу. Нет, типа я хожу. Ну, не особо за продуктами. Да, и не особо, ну, типа, я не обращаю внимания. Просто проходишь, так смотришь, ну, ценник нормальный, хорошо. Вот. Нет, не заметила. То есть все нормально? Все нормально. Ну, конечно. А что подорожало? Кто же больше? Это не заметил? Что подорожало? Ну, что подорожало? Больше? Абсолютно все. Абсолютно. Я вот вчера мне прислали ролик в Санкт-Петербурге. По 20-30 рублей помидоры. Там т-т-т-т-т-т. Ну, где-то там на окраине, наверное, или где-то. А у нас прислали тоже ролик 1600, около 1700, где-то помидоры вот на Иде или фреш, или где-то ролик прислали. Прямо с ценником помидоры и с ценником. Вау. Это вообще ужас. Какой-то ужас. Не знаю. Вы следите за этим? Нет. Что-то, честно говоря, не следил за. Да. Честно говоря, не знаю. Не задумывалась. Все периодически дорожает. Да я не хожу за продуктами, потому что я ничего не вижу, у меня сынок. Говорит, вроде бы на базе, наоборот, подешевели. А так по магазинам не хожу, я извините, пожалуйста. Спасибо большое. С 23-го, да, заметил. А что подорожало больше всего? Ну, так, не знаю. По крайней мере, поездки на такси. Это одна... А если по продуктам? По продуктам? Ну, яйца, про которые говорят, это однозначно. Ну, мясные, наверное, продукты тоже. Ну, наверное, и по мелочевке что-то. Ну, я так сильно не всматривался так.